Всем привет! В гидромедцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды гидромедцентра Владимир Тищенко рассказал, что в северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Красноярского края в декабре средняя температура воздуха ожидается выше нормы. Об этом передает российская газета. Отмечается, что в столичном регионе будет теплее обычного. Снег в Москве выпадет не ранее начала декабря, а в ближайшие дни осадков практически не будет. При этом на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно. Синоптик подчеркнул, что приведенный прогноз является предварительным, и точная информация появится в конце ноября. На этом пока все, а еще больше новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!